Всем доброе утро, всем привет. Второй день рыбалки нашей на этом маленьком, как так сказать, пруду. Сегодня тактика такая: ставим все по центру и близко все ставим. Каждые там 3-4 метра поставим, здесь сколько у нас, 8 жерец, 9. И посмотрим, что с этого получится. Мне кажется, прошлая рыбалка показала то, что сработок возле камыша не было. Да и в комментариях много кто писал то, что попробуйте здесь выставляться на центре. Здесь травы много под берегом. Очень много. Здесь много травы, плюс летом очень заросший. Сейчас трава полностью не села. Ставим глубину на всех жерлицах сантиметров 70, максимум метр. Потому что в каждой унке, вот видите, трава. Только жерлицу опускаешь, она уже в траве. В общем, всем желаю приятного просмотра. Посмотрим, что у нас здесь получится. Вот опа. И загар. Опа! Крутит, смотри, как хорошо. Ё-моё! Попахивает нормальным щупариком, Игорь. А здесь, здесь здорово это? Опа! Что, есть? Да вроде куда-то побежала, она не туда. Ну такая. Ушла, ё-моё. Ну такая была, грамм 800. Какой 800? Больше? Да. Килограмм на полтора, наверное. Ну я не видел. Здоровый, здоровый жрец был. Ну капец. В общем, заканчивай мысль и погнали. Ну парни, вы все видели сами. Рыбалка началась уже. Игорь только-только речь заканчивал. И тут же сразу сработочка. Сейчас поставим. Несколько живчиков есть. И сядем на живца. Так что не забываем про пальцы вверх. Это нас очень стимулирует, или как сказать это? Это продвигает нас выше. Ну да. Давайте уже, наконец-то, уже пора нам попасть в тренды. Многие из вас пишут, почему всякая херня вылазит в трендах, а не мы. Так что давайте, помогайте нам. Все, давайте, парни, а мы вас будем радовать щуками, надеюсь, трофейными сегодня. Посмотрим, как будет. Подсекай, что делать. Есть что-то, по-моему. Первый щук парит надо. Утра. Щук парит. Отдрыгается как, ё-моё. О, красотка. Ну. Ой, ёлки-палки. Ну. В общем, начало есть. Ребят, я только отсюда достал щуку. Только-только. Давай уже начинаем. О, вот это уже хорошенькое. О. Блин, я боюсь, что сойдет. Не сойдет, ты че это? Все... Хорошенькая, хорошенькая. Да ты че? Да ты че? Еле идет, прикинь. Че, багор нужен или нет? Или в 150 улезет? Че думаешь? Хорош. Вылазь. Ну, кило 800 такая. Спасибо. Ну, сразу я почувствовал, что хорошая. Во. Есть контакт. Смотри, у него во рту трава. Ты чё, братанчик, вместе с травой она сразу на закуску травушку взяла. Правильное питание. Вот такая вот. Хорош. Я камеру как-то наискосок держал. Ну чё, парни, огонь. Вот пошло это можно дело. Взять. Господа это... хейтеры, успокойтесь, пожалуйста. Вот солидная щучка. Не огромная, конечно, но самая такая ходовая. Хорошо зацепил ее. Вот нам морской капусты она нам принесла, блин. Вот о чем я говорю, ребят. Далеко? А что, далеко сожрала? Все, достал. Да с живцом, по-моему. О, да живец есть вообще супер. Хороша, хороша. Ну, ты можешь поцеловать надо, как дед целует. Все, значит, рыбалка будет. Ты вместе с крючком утащил ее? Да? Вон крючок в ногах. В общем, вот такая полянка. 6 штук заряжено. Пока заряжали, поймали, поймали две щуки. Крутит конкретно, да. Вообще аж кайф такой. Две щуки поймали, одна ушла у нас, и одну мы отпускаем. Отпускаем мы сегодня до килограмма щуку. Ой, еще сейчас поймаю щучку. Смотри, с одной луки вторая. В общем, до килограмма щучку отпускаем. Деду мелкие не нужны. У него в холодильнике все есть. Так что вот так. Не пишите комментарии, то что мы берем мелкую щуку. Мелкую щуку всегда дед заказывает. Так что вот так.
Она самая более-менее и жарится, и сушится, и что хочешь. Как он говорит, что эту старую жрать, да? Да, что вот эту, говорит, большую? Большую, говорит, надо отпускать, чтобы она потомство давала. Это уже щука имеет больше, там, 7-6 килограмм. А до 5 килограмм можно брать. Вот метр глубина, считай. Да, все. Не надо на дно ставить. Ну, крутит она знатно. Все, давай. Не церемонится, сразу взяла и погнала. Крутит нурик. Крутило хорошо, да? Идет. Есть! О, щупарик. Ну-ка, показывай. Зубы конкретные. Отпускная. Так что выход, значит, не закончился. Во свояси. Не хочет. Все, ушла. Опять та же самая. Стоит дыбом, как всегда. Она запуталась. Да подсекать, наверное. Наверное. Ай, есть? Щупарь. Мелкая. Ну, это вообще маленькая. Да тихо ты. Ай, совсем слабо зацепилась, и хорошо. Все, отпускай. Живет здесь был хороший, ё-моё. Готово. Огонь. Крутит. Что есть? Ой, ё-моё, что такое? Нет. Видимо, только-только. Ну, надо было чуть обождать, наверное, все-таки. Ну, давай, если так будет крутить, подождем все равно чуть-чуть. Пусть она его нормально проглотит. Живец-то здесь хороший, крупный. Смотри, маленькая. Ну, щупак, значит. Пасть маленькая. Сейчас пойдем тот проверим. Стоят. В этот раз, конечно, они слишком близко стоят, но работают, блин, лучше, чем вчера. Да? Так вот, стоят ближе, чем вчера, но работают намного лучше. Отступили от берега побольше. И началось. Ну, не мотает здесь. Не мотает? А-а. Я разберусь с ним. Если она есть там. Ну. Чувствую, там ничего нет. Нет, ничего нет. Тоже. Пошли какие-то. О, живой. Как эти, как клыки, ё-моё. Ну да, под загвоздь. Если это не мотает. Сначала что-то... Норм щуки были. Вот вчера одну ночью взяли, одну вчера более-менее взяли, и вот такую взяли одну, потому что она уже все, кровь у нее пошла. Вы уже это, наверное, видели, кто смотрел. Ну, такие стандартики, больше полторашки каждая. Красивые щуки без базара, самые ходовые. Что, зажарится там лежит? Там, по-моему, без крючков она. Или с крючками. Без крючка она. Ты сейчас не торопись. Вот у нас опять сработало это же.
Она до этого крутила. Поторопились с ней чуть-чуть. Натяг есть. Скорее всего, держит во рту. Как-то странно, видишь? Как будто закусило здесь. А там что-то торчит, смотри. А, она закусила. Че? Опять в траву? Да, в траву. А, ё-моё. Че, видишь, там что-то заусенец, да, заусенец какой-то. Катушки закусает. Закусывает. Сейчас мы исправим это. Вот оно. Его никак не убрать? Нож надо нести, что ли? Да все, его выпрямил. В принципе, норму тут. Блин, всю траву поднимает. Лилии еще не ушли. Живчика зря, да, принес? Есть там? Да, ну, новый день. Второй раз срабатывает, и второй раз, ё-моё. О, встала. Крутит. Я побежал. Живца зацепи вот этого лучше. Вот эту поставили буквально минут 15 назад. Ай, запуталась здесь, а. Вымотала много и запуталась. Попробую размотать, может, еще стоит. О, есть. Как будто сопротивляется даже. Вот такой же щупарик. Сама, видать, засеклась, пока катушка запуталась. Слабо зацепилась. Небольшая. Тут сегодня много отпускных. Живец. Может, побольше возьмет. Она, короче, здесь запуталась, ага. Засеклась, видать, сама. Ага. Сильно быстро крутят, да, поэтому это. Они это... срывают так на скорости, видать, ее конкретно. Ну, джерлицы, катушки совсем легко крутятся. Иногда это хорошо, иногда это какой-то минус. Зато она не чувствует сопротивления. Да, идет спокойно и все. Что ли, ушла уже. Ну, нормально. Вот глубина. Вот буквально сколько? Метр. Время подходит к 11. У нас еще есть час примерно. Получается, с 9 до 12 будем рыбачить. 3 часа. И нормально. Дальше смысла нету выжидать, сидеть. Еще час домой. Книга еще выпала, не знаю. Как дорога там замело. Так что ждем еще с работой, ждем щучку покрупнее. Ну, методика перестановки жерлиц сработала. По-любому. Решили все-таки сделать. Капец. Не зря. А? Минное поле. Блин. Да, они буквально в 2 метрах друг от друга стоят и работают почти все. Ну, огонь. За спинку. Самая рабочая жерлица. Мы уже начали собираться. Потихоньку, да. Мы тут за загар уже думали, вообще не будет 40 минут без поклевок. Есть что-то. Трава это. Как будто что-то есть, есть, дрыгается что-то. Парик! Сколько вас уже поймали, отпустили. Так, аккуратно, если вытащить, то в принципе можно отпустить. По-моему, тут аккуратно не получится. Не-не, можно. Можно? Не зацепила жабра.
В общем, если получится, то отпустим. Если не потечет кровь, ну такая щучка. Грамм 400, ну все, ей повезло. Даже живца оставим. Все, давай. Давай, пускай. Не хочет домой. Вот таких мы капец наловили. Полно. Всех отпустили. Обмазало меня. Все, можно уже собирать. Я сразу соберу. Хорошая рыбалка. Хоть и мало крупных, в основном мелочь, ну ничего. Зато побегали. Все, парни, собрались. Время 12 часов, как и говорили. Жильцы еще стоят, сейчас будем собирать их. В общем, больше выхода щуки не было. Одна залетела маленькая. Ну, я считаю, мы сколько, полчаса лагерь собирали, наверное, ничего не было. Да, ничего нет. Все, да. Обед. Вот такой улов у нас скромный. Одна щучка нормальная, это с прошлого видео две. И это тоже с прошлого видео. Да. Так что рыбалка так-то результативная была, но щука не крупная идет. Ну, у меня, считай, одна сошла. Крючок у нас в том видео оторвало. В принципе, нормально. Много поклевок было, видишь. Много маленьких отпустили. И все видели сами. Ну, в общем, это хороший результат для такой маленькой ямки, я считаю. А вы что думаете, пишите в комментариях. Потому что я тоже смотрю каналы рыбацкие. Тоже много кто ловит на таких ямках. И я бы не сказал, что там прям рыбалка, прям огонь. Тоже одна-две щуки. Ну и небольшие, и тоже рады люди этим. В России это называют пруды, у нас называют плеса. Ну, где как, короче, называют. В общем, парни, вот такая рыбалка. Чуть мы запарились. Бывают у нас дни, когда мы ездим с ночевкой. С ночевкой все равно трудновато. Трудновато, да. Холодно, короче. Там, может, не высыпаешься, может, там... Фиг его знает, короче. В общем, такая рыбалка, такой отдых, такое увлечение наше. Хорошее увлечение. Всем, кому понравилось видео, пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем счастливо, всем пока.